Информация для тех, кто следит за всеми нашими новостями про то, в каком доме мы сейчас живем, смотрел наше предыдущее видео с перепиской. На следующей неделе я все-таки собираюсь поехать на тот самый остров кукол. А в следующую субботу выйдет ролик с хаус-туром по этому жуткому дому, где я сейчас нахожусь. Поэтому смотрите этот ролик очень внимательно от начала и до конца. Вдруг вы заметите что-то, чего я не увидела. А остальным приятного просмотра. Привет, я Ани Мэджик, и сегодня у нас на канале будет рубрика, которой я проверила, не было уже 3 года почти что. В этой рубрике мы обозреваем всякие странные, очень странные, необычные и безумные вещи для разных животных, питомцев, и решаем, насколько они действительно безумные. Но так как прошло 3 года, и нужно как-то немножко изменять рубрики, я предлагаю вам такой формат. Я показываю вам товар, который я нашла. Например, сегодня будут товары из реального зоомагазина, где я была, а не просто из интернета. Я обозреваю его, обсуждаю его с вами и ставлю ему оценку безумности от 1 до 10. Как считаю я. А в комментариях я хочу, чтобы вы тоже оценили безумность товара. Насколько вам кажется он безумным? От 1 до 10 пишите в комментариях. В общем, мне интересно ваше мнение. А если вы еще напишите классные подробные комментарии, то именно такие попадают в видео. Я оставлю на них сердечки, лайки, отвечаю. Подписывайтесь на канал, потому что мы идем к 3 миллионам. Нам осталось совсем чуть-чуть. Все мои питомцы, и Юмичу, и Киса Алиса, и Софи с нетерпением ждут этого события. Обязательно проверяйте, когда подписываетесь на канал, колокольчик, чтобы у вас включены были все уведомления. Те, кому не очень интересно, и он сразу хочет перейти к безумным товарам, можете просто прям перелистнуть. А те, кому важно все знать о нашей жизни, о том, что происходит, то подписывайтесь на Телеграм, потому что там самые последние новости. Подписывайтесь на ВКонтакте, потому что там я провожу всякие разные розыгрыши. В описании на все соцсети будут ссылки, и там же будут ссылки на наши аккаунты в Бусти. Дело в том, что сейчас вот так вот просто на Ютубе, как раньше, мы не зарабатываем. Вы можете там нам задонатить, оформить подписку. И в скором времени, если я еще этого не сделала, там будет особенный какой-то контент, который будет предназначен именно для подписчиков. Контент, которого нет нигде больше. Спасибо вам огромное от всего сердца, от всей души. Начинаем. Начнем с самых маленьких наших любимцев. Хотя самые маленькие, наверное, тараканы. Кстати, вы видели какие-нибудь безумные товары для тараканов? Если да, напишите. Может быть, я найду, и мы их обозреем. Ладно. Кто самый маленький, миленький, пушистенький и хорошенький? У меня даже в жизни моей были хомячки Рики и Лаки. О них есть целый плейлист на канале. Так вот, этот товар — школьный автобус для хомяков. А также машина для хомяков, а также вот этот вот страшный шар. Тот объект, который ни для чего для самого животного не служит, я считаю это безумным товаром. Вы используете его как игрушку, как куклу. Это развлечение для хозяев, а не для самого питомца. Поэтому что вот эти вот странные автобусы, в которых катают, мучают бедных хомячков, или машинки, или вот эти шары, в которые закрывают хомяка, и он как бы может передвигаться в этом шаре по дому. Я слышала очень много историй о том, что в этих шарах хомяки просто умирают, потому что они бесконечно находятся в движении. У многих случается сердечный приступ, стресс, обезвоживание. Есть вот дом для хомяка с кучей тоннелей, с кучей всяких приколюх, которые развивают хомячка, нравится ему, ему нравится там ползать, лазить, потому что хомячки любят ползать и лазить. Всякие домики, какие-то штучки, ходики. Это все прикольно. Это все реально полезно для хомячка, ему, для его движения, для его развития, для времяпрепровождения. Или закрывать его бедного в этот шар, и он катится по дому в поисках просто того, как ему выбраться. Так что по безумству этого товара я ставлю ему 10. Лучше всего, если вы досмотрите видео до конца и потом проставите оценки, чтобы не отдельно комментарий, а чтобы я видела полностью ваше мнение. И если по поводу, например, шаров для хомяков, в которых они умирают, вы со мной согласны, ставьте лайк на это видео и дизлайк, если вы не согласны. Тем более, что если мы наберем на этом ролике 50 тысяч лайков, я сниму одну из ваших самых любимых рубрик. Это 24 часа где-то с собакой челлендж. Я надеюсь, вы постараетесь. Давайте пойдем по размеру животных. Я в реальном зоомагазине увидела самую разную одежду для игуан, ящериц и вот тому подобных рептилий. А еще среди костюмов для игуан есть костюмы оленя. Можно одеть ящерицу не только в свитерок или вот в такой костюм тролля, или бороду ей надеть, но можно еще и оленя из этой ящерицы сделать. Вот так, да. В безумные товары я взяла в рубрику «Одежду для хорьков». Посмотрите, вот так вот должен быть выглядеть ваш хоречек, вот в такой вот одежке. Также вы можете купить ему домик в виде аллигатора, куда он будет прятаться, или в виде медведя. Но если это еще более-менее, то вот одежда для хорьков — это, конечно, очень интересно. Гамак для хорька есть еще вот такой, в виде обезьянки. Для хомячков тоже, для крысок и змей. Вы только посмотрите на это.
Змея в одежде, ящерица в одежде, черепашка в одежде. Зачем нужна одежда, особенно какая-то шоу-одежда, особенно какая-то смешная, дурацкая, идиотская одежда для ящериц и змей? Вы спросите, а что такого, Аня? Ты же одеваешь своих собак, например. Самый главный момент здесь, опять же, в том, насколько это необходимо и полезно для животного, насколько это ему нужно. То есть, если собака ходит на улицу как минимум 2, да, раза в день. Те, у кого есть собаки, те знают, что когда у нас осень, нужен какой-нибудь дождевик, потому что, во-первых, холодно, во-вторых, грязно, во-третьих, мокро. Когда у нас зима, многие собаки мерзнут, поэтому нужна какая-то теплая одежда. Да, реально есть случаи, когда мы надеваем одежки на собачек и кошечек просто для прикола. Не для того, чтобы пойти с ними гулять. И я знаю, что меня даже в этом можно обвинить. Потому что я сама иногда не удерживаюсь и покупаю что-нибудь смешное своим собачкам, хотя это им абсолютно не нужно. Также, наверное, думают эти люди, которые очень любят своих крысок, хомячков, игуан и хорьков, и поэтому надевают на них одежду, хотя им вот это совсем прям не нужно. Поэтому я ставлю здесь оценку безумности таким вот странным костюмом 8 из 10. Согласны? Нет? Пишите в комментариях. Коляски. Детские коляски. Один из товаров, который здесь продается, коляска для собаки. Вот безумный ли это товар? Я была, собственно, человеком, который купил это и попробовал. Я реально купила коляску для собак, посмотрела, как это выглядит, как это работает. На самом деле, это даже отчасти удобно, если ты не можешь носить своего питомца. То есть у тебя болит спина, рука, нога, и он слишком тяжелый, и носить его в сумке, или если у тебя их два, то, наверное, это как бы логично. Но мне кажется, что здесь немножко есть перекос. То есть возить свою кошку в коляске просто для прикола – зачем? Хотя есть люди, которые очень любят с собой брать своих кошек, как и собак. Они такие прям кошки, которые ходят везде со своими хозяевами. И вместо того, чтобы водить их на шлейки или носить в переноске, они сажают их в коляску и возят их как ребеночка. То есть я допускаю, что иногда, наверное, может быть, это может быть и не таким безумным, а даже полезным товаром. Или, например, если животное не может передвигаться само. Я очень много видела раз, когда совершенно здоровые люди, которые могут носить своего питомца или водить его на поводке, и совершенно здоровые питомцы возят их все равно в коляске. То есть это такой средний безумный товар. Какую оценку вы ему поставите, решайте сами. Я ставлю, наверное, ему 5, потому что здесь реально баланс. С одной стороны, это нужная вещь, если у тебя нет никакой другой возможности. С другой стороны, это полный какой-то хайп, если у тебя такая возможность есть, и ты просто покупаешь коляску для моды, для прикола, для чего-то такого. Я до сих пор как будто живу в каком-то детстве, наверное. Мне до сих пор смешат шутки про какашки, пуки и так далее. Поэтому да, конечно же, меня очень интригует тема памперсов. Это, конечно, безумно звучит. Прокладки для собак. Памперсы для собак, чтобы они туда какали. Именно это своими глазами в реальности я увидела в зоомагазине и засняла, чтобы вам показать. Итак, давайте обсудим. Мы понимаем, зачем нужны памперсы, например, ребенку маленькому, который еще не умеет ходить на горшок. Зачем нужны памперсы собакам или кошкам? Они нужны именно тем животным, которые, к сожалению, имеют трудности некие, например, с движением. То есть они не могут двигаться, они болеют или они парализованы или еще что-то, и им действительно надевают памперсы, чтобы не стелить пеленку, а просто снять памперс, да, все там помыть и так далее. Но когда речь идет о том, что я видела в своей реальной жизни, о том, что люди используют памперсы для собак для того, чтобы просто собака не выходила из дома, чтобы с ней не гулять, хотя собака совершенно здорова и может ходить на улицу. Или люди, которые не приучили свою собаку ни к туалету, ни к чему, она просто обсыкает и обкакивает весь дом, поэтому они надевают на нее памперсы. Вот в этом случае я считаю этот товар совершенно безумным, потому что люди вместо того, чтобы заниматься своей собакой, вместо того, чтобы заботиться о ней, вместо того, чтобы ее дрессировать, просто надевают на нее памперс. Это, мне кажется, как надевать памперс не маленькому ребенку, который не умеет ходить на горшок, чтобы он не бежал, у него не вываливалось все там, как бы, да? Хотя, наверное, эти дети еще бегать не умеют, которые в памперсах ходят. А это как надевать памперс взрослому ребенку. Вместо того, чтобы ему это объяснить, просто наденьте ему памперс. Короче, вот в этом случае я считаю памперсы безумными. Для чего нужны прокладки и трусы? Трусы и прокладки служат для той же цели. И еще добавляется еще один момент, это когда у собаки течка. У сук, у собак, девочек бывает течка. И у некоторых она очень сильная, очень много крови. И они пачкают дом, подушки, одеяло, постель или свою лежанку. И чтобы они этого не делали, им надевают трусики и туда суют прокладочку. То есть вот в этом случае, опять же, это товар вроде как полезный. Но в случае, если люди используют его, опять же, как памперс, то это товар безумный. Это ненормально. Надо учить собаку ходить в туалет. Самый прикол в том, что и это тоже я в своей жизни пробовала и использовала.
Я реально надевала трусы своей собаки, когда у нее была течка. Я сейчас скажу свою оценку, но еще одна вещь, которую я увидела в зоомагазине, это не просто пеленки для собак, да, которые используются, когда люди, например, не могут погулять со своей собакой, они стелят ей пеленочку, она ходит дома на пеленочку. Кстати, не злоупотребляйте пеленочками, потому что собака в конце концов привыкнет ходить только на пеленочку и вообще не будет ходить на улицу. Я видела еще многоразовые пеленочки. Это пеленочки, которые как бы можно постирать. Это вроде как хорошо, экологично и так далее. А еще я видела газон. Газон, который используется не вне дома, а внутри дома. То есть, что собачка ходила не на пеленку, а на газон. Зачем, объясните мне? Зачем собаке пластиковая трава дома? Это реально безумно пластиковая трава дома, затем, чтобы собака просто пописала на пластмассовую траву. Почему она или покакала? Потом это надо отмывать, этот газон. Если собака покакала не очень твердо, вы будете отмывать этот пластмассовую траву от какашек собачьих или что? В общем, лучше занимайтесь со своей собакой и дрессируйте ее вместо того, чтобы покупать ей памперсы и всякие вот такие прибамбасы. Поэтому этому товару я ставлю 3 по безумию. То есть, с одной стороны, это полезно, но когда это используют в странных человеческих целях, когда людям лень, это прям 10 будет. Это серьезно набор для фотосессии для собаки. Еще один безумный товар, который мы повстречали, это New Year's Eve Pet Photo Booth Kit. Набор для фотосессии новогодней собачьей. Там костюмчик, банданка, шапочка вот такая, новогодний наборчик Юмичу. Это что, еще и плащ какой-то. Самый прикол безумности этого товара в том, что он продается как бы для фотосессии. То есть тут специально написано «Photo Booth Kit». То есть не просто какая-то одежда, а бесполезная совершенно одежда просто для фотки собачьей классной. Хотя очень-очень хочется. Но опять же, это еще и перепотребление. То есть вы покупаете ненужную вещь, вы пользуетесь ей один раз для прикольной фотки, и вы оставляете ее лежать. То есть вы потратили деньги, кто-то это произвел, это все лишнее-лишнее перепроизводство в этом мире. Поэтому если уже очень хочется, ну можно сшить, например, на заказ, я не знаю, из старой одежды, связать. То же самое, в реальном зоомагазине продаются всякие кепки, всякие головные уборы, очки. Кстати, очки для кошки мы обозревали в других безумных товарах, и я прямо их покупала, показывала, как это выглядит и зачем это надо. Набор для фотосессии. Всякая вот эта вот, не даже не одежда, а вот эти аксессуары из серии. Бантики, шапочки, кепочки, рюкзачки, косухи. То есть какие-то вещи, которые даже не просто вот надел на собаку, и она хотя бы в одежде, а вот безумные аксессуары, которые вообще собаке ни зачем не нужны. Да, я грешу иногда желанием купить что-то такое. Да, я какое-то время назад даже покупала своим собакам что-то такое. Да, я не идеальный человек, но мы вместе с вами можем это предотвратить и перестать это делать. Так вот, я отношу этот товар к безумным и ставлю ему 8-9, чтобы уж совсем себя остановить от таких вещей. Наберем очень много лайков, будет 24 часа челлендж. Увидимся скоро в новых видео. Приходите в Телеграм, ВКонтакте и во все соцсети. Пока.